Здравствуйте и добро пожаловать обратно на канал Last of Uvari Беларусь. Я Last of Uvari, а это карта Adak Island. У нас такая битва Алеутская на острове Adak. Японцы наступают, посмотрим, как дело пойдет. У нас еще есть некоторое количество времени. Вы помните эту карту, мы здесь уже играли, и я подкрутил немножко ботов, чтобы они были чуть-чуть умнее и их было чуть-чуть больше. Потому что здесь они тоже, может быть, не очень умные, но, по крайней мере, в отличие от секретного оружия, у нас нет такого потенциала закрашиться каждые 5-10 минут, что уже довольно-таки неплохо. Так что я возьму какого-нибудь инженера, это не так важно, наверное, потому что бороться мы будем техникой. И высаживаемся здесь, ну, где повезет, потому что точки спавна есть, конечно, разные. Окей, где мы находимся? Мы находимся относительно недалеко от самолетов, это хорошо. Я хочу побольше, с бомбардировщиком полегче. Немножко, да, особенно бомбардировать. Один, спасибо. И мы отправляемся вперед. Я подкрутил не только ботов, но и компрессор в OBS. Стандартненький, он теперь более агрессивный, не полтора раза, а два. И звук игры максимально теперь громче. Было минус 12 дБ, теперь минус 7. Так что она друг друга скомпенсировала. С одной стороны, игра сама по себе громче, но с другой стороны, мы должны по-прежнему вернуться к относительно тихому варианту. Когда это требуется, чтобы меня выстрелы не совсем забивали. И вообще было слышно нормально. Окей, посмотрим. Ну, что-то чуть-чуть попали. Теперь здесь мало места. Я, скорее всего, не успею по-человечески развернуться. Поэтому мы, если нас их собьют, конечно, попытаемся развернуться. И зайти еще на один проход, более широкий. Мне нужно для этого на север. Уклоняемся как и от их орудий зенитных, и не очень, и от их самолетов. Они стрелять-то стреляют, только точки, к сожалению, для них захватывают как-то не очень, да. Окей, летаю половину по карте. Так... Не совсем я там, где лечу, где надо. Чуть-чуть попали. Не совсем. Однако у меня еще есть несколько бомб. А, значит, где-то может быть один или два прохода. Потому что мы могли бы, конечно, и на земле чего-нибудь делать. Но, как видите, все точки наши. Ну, теперь одна не наша, но это not a big deal. Они ее захватывают обычно где-нибудь в районе... В районе юга. Я не знаю, почему они не хотят выдвигаться еще куда-нибудь, но вот как-то не хотят. Так, недостаточно. Перелетел. Нет. Это недостаточно хорошо. А он здесь припаркован. Авианосец прямо совершеннейшее. У черта на куличках в углу карты. Может быть, с точки зрения взлета самолетов это имеет смысл, но с точки зрения захвата позиции не очень. Позицию захватили, а я тем временем попытаюсь выровняться. Ага. Вот теперь гораздо лучше. И кого-то я даже взорвал там. Наверное, не сами авианосец, но я не думаю, что я прям настолько удачлив. А мы уже особо и не увидим, да? Но, видимо, какого-то пилота. Ага. Нет, так мы не будем летать, ребята. Так я не сяду. А мне хотелось бы сесть, а не разбиться. Мало ли, что мне хотелось бы. Так. Этот товарищ улетел. Это значит, его уже разобрали? Это же тот же самый. У нас вряд ли есть два таких больших самолета, правда? Так, и здесь тоже все разобрали. Вообще авиации не оставили, демоны. Ну что это значит? Это означает, что мы берем что-нибудь быстренькое и пытаемся устремиться в какие-нибудь дали, более полезные для всей общественности. Это значит, а не только для веселья. О, подождите. Не, у нас есть кое-что. Окей, планы меняются. Это хорошо. Сколько бомб дают? 8? Нет, 10. Тоже неплохо. Это значит, что с нашими тикетами мы, может быть, даже успеем их потратить. И, что более важно, со вражескими тикетами, потому что их, конечно, больше. Но было больше, уже меньше.
Вот такой эксцесс. Так, этот братюня мне не нужен, потому что у него тут ракеты, да, я вряд ли ими куда-то попаду. А бомб у него нету, насколько я понимаю, вообще, что не очень хорошо. Но мы могли бы все равно прокатиться для разнообразия, в конце концов. На нем мы еще вроде как не летали. Только у меня по-прежнему большие сомнения, что я смогу ракетами как-то прицелиться по... значит, такому вот объекту. Как вы считаете? Может, мне, типа, с первого лица? Ну, типа. Только я каждый раз рискую зацепиться чем-нибудь. Ну, это даже прикольно. Частично. Ой, и враг наконец-то что-то захватил. Я не сильно думаю, что они смогут развить свои успехи, честно говоря. Но, может, я ошибаюсь. Я еще имею шанс впереть три ракеты и впереться носом в какую-нибудь мачту этого авианосца. Попутно, потому что, как я пролетел первый раз, я даже, наверное, и не знаю. Если бы вы меня спросили, я бы, наверное, не ответил. Просто удача такая вот. Ластафуарская, которая чаще всего боком улазит, но не всегда. Все, геройски погиб, быстро вернулся. Хорошо, у нас есть самолеты, но мне бы хотелось под конец нашего сражения, ну такой условный конец, это скорее последняя треть, судя по билетикам и очкам вражеским. Мне хотелось бы отбить обратно нашу точку, раз уж враг смог таки там каким-то образом закрепиться. Да, ехали на грузовике до чего-то более существенного. Враг тем временем захватил более северную точку. И наши там есть, конечно, но не похоже, чтобы они что-то как-то активно делали. Или, по крайней мере, делали это успешно. Так что мы направляемся не на юг, куда я уж было собрался, а на север. По этой довольно-таки извилистой дороге. Где с одной стороны скалы, а с другой стороны море-океан. Так что заборчик у нас, конечно, есть, и заборчик неразрушаемый. Но, тем не менее, нужно аккуратно на поворотах. А вы как-то даже продвигаетесь? Ну, я в первую очередь заинтересован в том... Привет. Чтобы спавна вас лишить. Ага, а я смогу вообще доехать? У меня есть некоторые сомнения. Кто бы мог подумать, но эта карта более интересная, чем она этого обещала. Еще. Окей. Не окей. Так, мы у черта на куличках, у нас есть кое-какой легкий транспорт. И это все довольно сомнительно. Прямо как я люблю. Давайте попробуем восстановить справедливость. Привет, по мне стреляешь? Я бы не рекомендовал. С одной стороны, мы прошляпили нашу основную позицию, но с другой стороны, теперь бой разворачивается намного более интересно, а он так разворачивается далеко не всегда. Это как повезет с логикой ботов, как она друг на друга ляжет, и, соответственно, из этого все поменяется. Ну вот, посмотрим, хватит ли мне чисто и банально застрять здесь. Вот таким вот образом нас более-менее прикрывает со всех сторон, почти. Это такая стена из мешков. Этот наш бот наконец-то сел на главное место и пытается куда-то выехать, а не просто сидит на заднем сиденье, что уже плюс. Я бы на его месте спрятался. Но он предпочитает иначе. У нас, наверное, стырили самолеты, которые теперь не то чтобы совсем наши. Однако врагу это уже не поможет, потому что, ну, 105 тикетов это против 462 не очень много. А вот что ему поможет, так это танк, наверное. У меня есть что-нибудь? Это типа мин? Как-то не использовал такие припасы с такими иконками. Таймер 5-10 секунд, взрыв-пакет, может быть? Меня наводит на мысли, да? Так. Привет. Ну чё? Взрывается, не взрывается? Ух ты, блин. Взрывается, правда, не каждый раз. Так, что у нас здесь? Прах?
Давайте попробуем его сбить, может быть, хотя бы чуть-чуть. О, хорошо летит. Кто еще у нас? Такой у нас корабль пришвартованный. Это, наверное, неплохо. Но что было бы еще лучше, если бы я смог куда-нибудь уехать. Поэтому мы потенциально возьмем этот джипчик и еще раз захватим, перезахватим позиции, потому что, конечно, она важна. И мне хотелось бы ею располагать. Если, конечно, возможно. Ух ты. Так, да. Ситуация критическая. Нет? Нет. Так, мы отплыли. Это, с одной стороны, это неплохо, но, с другой стороны, мне не очень хорошо. Что мы можем на этот счет сделать? Мы можем взять какую-нибудь вот такую посудинку и попытаться пришвартоваться самостоятельно, если здесь есть где. Может быть, какая-нибудь лестница или веревочная, или не очень. Какие у меня шансы здесь пройти? Они там дальше продвигаются. О, вот теперь они с юга. Ну что ж, я вижу, что у нас пляжик есть. Прямо в удачном месте. В основном удачное для японцев, потому что там, конечно, проще высадиться. Однако, все-таки, на данный момент оно удачное для нас. Наконец-то выходим на цель. Другой вопрос, будет ли эта цель успешной. Мы могли бы вместо этого попробовать проплыть туда, и если я смогу забраться в те дали, возможно, это было бы не самым плохим вариантом. Потому что теперь, когда они распределились по нашим точкам, ну, бывшим нашим точкам, будет несколько веселее, потенциально. Так, ну, перебраться можно, переплыть тоже можно. Я вижу здесь такие некоторые заграждения, довольно хлипкие. Но они подсказывают нам то, что можно забраться здесь, с этой стороны. И действительно, склон не очень такой резкий. Будем пытаться мы отсвечивать не очень сильно, по возможности, конечно, но это еще вопрос, сможем ли подобраться. Окей, да, сможем. Так, минус один. Там может быть больше. Но пока что мы сбили спаун. И это уже довольно неплохо, если нам еще и техник подкинут. Не просто машинку. Что-нибудь посерьезнее. Было бы вообще хорошо. Да, джоб неплохой. У нас здесь есть кое-какие позиции, кое-какие средства. И даже союзнички. Самолеты прилетели, улетели, так что я возьму то, что я могу взять. И мы, наверное, поедем. Привет. Эх, прокачу. Барни Джонса. У которого 100% здоровья, но что-то мне подсказывает, что 100% у него будет не очень долго. Ага. Проезжаем очередной поворот. И, возможно, доезжаем до каких-нибудь хороших мест, если нас раньше не убьют. А то они тянулись бесконечной струйкой с севера и нам, в общем-то, ставили препятствия. Чинили. Всячески нехорошие вещи. Так. Куда-нибудь, как-нибудь сюда. Может быть, даже внутрь. Раз уж у нас такой большой и обширный радиус захвата, да? И аккуратненько, по минимуму, отсвечиваем. Очень удачно мы, так сказать, немножко начали сливать, потому что это единственный был мой способ наконец-то выбиться в начало таблицы, потому что когда боты стреляют друг дружку на самолетах, у меня-то шансов заработать очков немного, потому что захватывать некого, а на самолетах я никого толком не убью. Может быть, я сбил пару человек непосредственно на палубе авианосца, но это тоже такой шанс призрачный и слабо повторяемый. Я уж не знаю, кто на кого чего сбрасывал, но на всякий случай укрылся, а теперь еще и победил.
Карта неплохая, но чтобы она полностью раскрылась, особенно в том, что касается синглплеера, нужно подкинуть тикетов, иначе наступательные планы врага просто не успевают развернуться в полную силу, даже когда их интеллект почти на максимуме. Но в остальном все прошло довольно неплохо, так что я ставлю карте палец вверх. Возможно, не самый большой палец, потому что все-таки сражения не совсем эпичные. Но, тем не менее, было немало приятных моментов и, возможно, даже где-то неожиданных моментов. Так что в сумме время провели довольно неплохо. Своим мнением вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео. Если вам оно понравилось, то вы знаете, что делать. Конечно, всегда помогает, когда вы делитесь моими эпизодами, выпусками в социальных сетях. С вами был Last of Wari с канала Last of Wari Беларусь. До встречи в следующем видео и спасибо за просмотр!